Привет, господа. Обычный банальный вечер в Кучино. Я вышел подышать кислородом на балкончик, полюбоваться чудесным, прикольным, приятным вечером. Смотрите, как фонарики уже зажгли. Ну, с фронталки так не очень хорошо видно, но в целом очень-очень душевно. Анка постирала и вывесила бельишко. Вон оно полощется. Не грязно, уже чистое. Свежо, пахнет весной. Все очень круто. А что у меня здесь спереди? У меня здесь спереди тоже бельишко. Вот. Ну что, мои друзья, все ждете, когда у меня загнется мой фриланс, да? Ах вы, негодяи. Ну ладно, ждите.